Ну-ка, что мы здесь смотрим, ребят? А? Артур. Это огромный корабль. Ну да, и тут еще есть маленький корабль и огромный. И тут еще есть много воды. Да, это пара не... парусников. Это называется Темза, друзья. Ну да, Это река называется Темза. И вот там большой корабль. И нам повезло, что сегодня открытые шлюзы. А еще там есть MRI, Альцин. Там, ну да, там есть Альцин. Вот такой парусник, сейчас он будет через шлюзы проплывать. Шлюзы открыты. А он еще старый. Да, он еще старый. Старинный парус. Вот он через шлюзы проходит. А там еще... Это редко нам удалось сегодня это увидеть. А вот сейчас, смотрите, какой парусник. Как пиратский какой-то корабль. Или викингский. А, викинг, наверное, да, викинги. Да, видишь, у них флаг викингов. Да, да, скорее всего. Скорее всего, так и есть. Смотрите, точно это старинный корабль, да, вот он сделан. Сейчас мы его поближе посмотрим. Вот он, корабль уже вблизи, там, да, рассмотрим. Вот такая у него палуба. Бабушка. Как он называется? Бабушка. Вот он. Ой, фу, смотри. Парусники губки дают, да? Они проплывают. У нас есть видео про барьеры на Темзе. Очень для чего это нужно. Вот мы под этим видео поставим ссылку на это видео, и вы сможете увидеть, что это за барьеры. Это такое как бы чудо Лондона. И для чего они нужны. Что, ребят, нравится вам? Вы такие видели корабли раньше? Илюшенька, Артуш, видели вы такие корабли раньше? Какие? Ну, вот такие парусники. Ну, Рива-бас мы уже ездили, да, там на таком катались. А вот такие парусники видели когда-нибудь? Нет. Вот, видишь? А это Рива-бас, вот он, Рива-бас. Это тоже как бы разновидность транспорта в Лондоне. Потому что из одного с востока в центр можно на таком... катере добраться очень быстро, минуя метро и автобусы. То есть, потому что Лондон очень перегруженный город, большое движение, и люди добираются очень долго. Эти ривабасы, они переводят человека на Темзе. По Темзе, да? Да. Новый парусник. О, да. Красивый. Да, это вот из Германии, кстати, да, парусник. Это? Да, флаг немецкий, да? Да. Это вот... Да, и вот видите, полицейские или таможенники, или там пограничники, не знаю, кто их сопровождает. А вот тоже присоседились на байдарках, плывут рядышком. Будет проходить через шлюзы. Ворота открыты. Ой, слышно, много воды. Там еще редко кораблей.